Ну что, роллы мы с вами можем готовить разные абсолютно. Я думаю, что начнем с классики, с ролла Филадельфия. Перед нами сейчас половинка лосося. Можно взять, купить, например, один стейк, нож, желательно, чтобы был острый. И вот такими вот движениями мы начинаем себе делать нарезку. Я сейчас выкладываю именно то количество лосося, которое нам будет необходимо для ролла Филадельфия. Вот у нас заготовка из лосося для приготовления ролла Филадельфия. Сейчас самое главное разложить рис на нори. То есть мы берем нори, половинку, берем комочек риса 120 грамм и движениями, легкими движениями руки начинаем раскладывать рис. То есть сверху оставляем запас, а снизу наоборот делаем такой захлест, то есть чуть больше риса, чтобы было. Все, вот у нас заготовочка пошла. Дальше мы кладем сыр. Сыр сливочный, любой. Вот. То есть мы используем пакеты, можно руками просто разложить полосочку из 40 грамм. Дальше мы кладем, делаем первое движение, второе движение, и, собственно, третье, четвертое, пятое. Вот. То есть у нас получилась так называемая болванка. Раскатали пищевую пленку, выложили нашу нарезку, положили ролл и аккуратно закручиваем, заворачиваем, то есть чтобы лосось пристал к рису. Предварительно можно промочить тоже салфеткой, чтобы рыба была не жирная, так лучше прилипла. И делаем такую вот конфетку. Вот. Дальше у нас идет нарезка. Достаем из пластиката, у нас получаются такие ровные кружочки. И сейчас укладываем в бокс на доставку. Добавляем имбирь, васаби. Закручиваем с любовью, закручиваем самотоком.